И если ты тоже хочешь получить боевой пропуск 12 сезона на свой аккаунт совершенно бесплатно, то тебе необходимо быть подписанным на мой канал и поставить лайк под данный видеоролик. А сейчас, ребята, наливайте чаек, садитесь поудобнее и приятного вам просмотра. Всем привет, ребят, киберспорт на месте. Ну и вот, ребята, наконец-то мы с вами дождались этого момента. Уже через 2 дня официально выходит 12 сезон Fortnite. Наконец-то Epic Games обрадовали всех игроков. И вот в сегодняшнем видеоролике я попытаюсь до вас донести всю информацию, что будет происходить в 12 сезоне и что нам стоит ожидать в этот четверг. Уже 17 февраля Epic Games в своей группе ВКонтакте начал выпускать тизеры к выходу 12 сезона. Сейчас вы можете наблюдать первые 2 тизера, которые выпустили Epic Games. Честно сказать, они были не так уж и интересными, было непонятно вообще, что с ними связано. Ну а вот 3-й и 4-й тизер был очень интересным, потому что нам уже открылось большинство информации, что нам стоит ожидать в 12 сезоне. Сейчас вы можете наблюдать, что там будет происходить на данных тизерах. Очень интересны связаны с факты тем, что если повысить яркость на данных картинках, можно увидеть, что происходит на заднем плане, так сказать, новые локации, которые будут доступны в 12 сезоне. Понятно, что 12 сезон должен быть связан с золотом. Все тизеры ведут к этому отсылку, как мы можем сейчас наблюдать на экране. И в этот четверг, ребята, должен произойти ивент, который приведет нас к 12 сезону. Давайте поговорим про все слитые тизеры, потому что на данный момент это самая интересная информация о Fortnite. Сейчас вы можете наблюдать все тизеры, сложенные вместе, и сейчас я вам по отдельности расскажу про самые интересные. Сейчас вы можете наблюдать тизер, на котором была повышена яркость, и с помощью данного применения можно наблюдать сзади помещения в виде бункера. Майнеры уже смогли охарактеризовать данное помещение, которое сейчас вы можете видеть у себя на экране. Также на последнем тизере тоже был применен данный эффект с яркостью, и уже полностью можно видеть всю карту. Что мы можем видеть на данном изображении? Мы можем видеть локацию, которая еще ни разу не появлялась у нас на карте Fortnite. Это ведет отсылку к 12 сезону. Ведь в 12 сезоне у нас будет разрушение, которое приведет к данной карте. Также, ребята, все подметили, что появилась площадка для вертолета. Но как мы знаем, у нас на карте нету вертолетных площадок. Тем самым это везет к отсылке тому, что в 12 сезоне у нас будет новый транспорт вертолет. Честно сказать, это очень прикольно, ребята. Нужно будет понаблюдать. Так что реально надо ждать 12 сезон, он будет самым крутым. Также, ребята, не забывайте подписываться и ставить лайки, ведь для всех своих подписчиков я буду устраивать розыгрыши на Battle Pass 12 сезона. Совсем скоро должен стартовать золотой ивент, который приведет к изменениям на карте большинства предметов, тем самым все предметы должны превратиться в золото, и у нас должен появиться новый строительный предмет, как золотая плитка. Что же будет происходить на данном ивенте? Ходят разные идеи. Первая идея того, что у нас будет разрушение, которое приведет нас к 12 сезону. А второе, что на нас обрушится золотая пыль. Сейчас вы можете наблюдать видеофрагмент, на который персонаж из Fortnite превращается в золотую статую. Также сейчас вы можете наблюдать слитую иконку игры Fortnite, при запуске которой вы будете ее наблюдать. Эта иконка будет с выходом 12 сезона. Если вам нравится такой формат видео, пишите в комментарии и ставьте лайки под данный видеоролик. Не забывайте подписываться и вводить мой тег автора. Все, кто ведет мой тег автора, присылайте свои покупки в предложку группы ВКонтакте, вы обязательно попадете в видеоролик. На этом мое видео подошло к концу, с вами был Гринс, до новых встреч!